долина реки Собь. Эту часть мы уже прошли. Тебя ждет впереди. Лимпопо. Сколько тяжести, лишений. Нет. Мы доктора айболиты. Олеж, я ж тебе говорил. Едем лечить бедных бегемотиков. У них животики болят. Понятно. Какая красота. Хотели попасть в ледяную пещеру, но поленились. Подниматься там целый километр идти вверх. Влад, не твоя смена сегодня, да? Да, главный бездельник. О, боцман. Шкипер. Шкипер, боцман, он же завхоз. Еще крепок же... старик Хэнк. Да, старик Хэнк. Он же великий гуру. Манси. О, Митяй, ну-ка, грибаника, покажи. Сегодня он юнгой проходит. Да. В прошлом году Толик был юнгой. Да. Сегодня я уже... Старший матрос. Матерый, волк. Старший матрос. Волк. В очках солнечных. Колес. Повернитесь сюда. Я бы. На носу. О, какие люди. Голливуде. Куда плывем-то? Вниз. Вниз. Течение. Неведомым путям. Thank you.
посвященный Гагарину. Потому что смотри, там опять он Макар впадает, дальше еще опять, смотри, какой перекат. Макар, видимо, этот остров, что ли, Ивовый.
Не знаю, я бы переплыл на ту сторону. Ну давай, смотри, через 50 метров. Большой хариус поймали Рахматалова. Это не прокатись. Вот вездеход. Там вдалеке, который неизвестно. Да, народ сидит на крыше, да. Ну что, попроще? Километров 10 я наделаю.
ветерком. Толик никак не может справиться с соском. Не тот сосок, конечно, который надо справиться. Там много что, да? Немало. Хоть сдувай. Метр два, точнее пять, наверное. Параллельно жарятся первые лепешки на сплаве. Да, еле уговорили Влада. Еще не готовили. Нашла. Вот на Таню ловится вот такой вот хариус. Ой, спинка даже упала. Вот такие монстры иногда попадают. Не часто, но вот это максимально крупный хариус. Вообще крупнее его вообще не бывает. Но мы таких еще не ловили на других реках. Было много, но таких экземпляров еще вообще не было. Это хорошие экземпляры. Да. На Танью водятся вот такие вот хариусы, оказывается. Плавничок покажите, плавничок. Удалось одного поймать из них. Повыше подними. Ага. Сейчас я максимально. Таким плавничком. Наверное, больше не бывает по размеру. Нам плавничок. Хочется таких, конечно, несколько штучек. Первый лагерь на Танью. Полудневка. Каждый занимается своими делами. Вот они, мои хорошие. Ой, мало срезал. Жалко. Вот вы, мои хорошие, где прячетесь. На горочке.
Чистенький, смотри, видишь, какой. Вылезли. На горочке. Сегодня солнечек из вас будет. Стоянка в среднем течении Таньо. Появился песок. Горы позади. На третьей неделе. Завтра буду так ехать. Лучше спрячу. Таньо в нижнем течении. Уже она такая равнинный характер имеет. Должна пойти щука и окунь. Хариус закончился. Хариус. Масло. Ну че я рожу, ну-ка еще раз. Улыбай. Идите отсюда. Вот бы они пропали. И опять. О, возвращение с рыбалки утренней. Полчаса, наверное, да? Каждый заброс щука. Килограмм 10, наверное. Утренний улов нашего рыбачка Валеры. Да, так что... сходил прогуляться. Окунь, покажи, какой окунь красивый. А, окунь, о, красавец, окунь. Смотри, какой, ой, перышки такие. Держать не могу, сил нет. Поймана щука, но это пол дела. Осталось ее еще каким-то образом достать. Может, она до Вайкара пойдет? А? Спроси ее, в какую сторону она идет. Вау. Ничего себе. Скажи, Валер. Куда ей девать? Хорошо, что камеру достал. Кстати, она сидит не очень хорошо. Серебрянку? Не серебрянку эту. Снимаешь, Олеж, сними. Да, да, снимай. Влад на дорожку поймал, так не выхода. Мы его останавливаем, нам некогда ловить щуку. Нам нужно идти вперед. Да, без багра здесь не обойтись. Ну что, мы как занимаемся какой рыбалкой-то? Нет, это не экологическая. Экологическая? Будем отпускать? Будем отпускать ее? Или как? Не будем отпускать, да? О, смотри. Приподними-ка. Отпусти, отпусти. Смотри. Смотри. О! Барбалея, это не щука, это просто крокодил. В 5 километрах от Ворчито. Почти. Скоро будет Тустья. Вынужденная стоянка в ночь на 17 августа. Маленький черёночек. Тоже вкусный. Щука на рожнах. Там соль есть, муки? Куда угодно сейчас поднесем целую гору. Просто с миской подойдите у кого. Сначала по два куска подойдете туда и набирайте. Синтий, наш капитан на катамаране, он титан. Уверенно держит нас в узде, а профиль твой и анфас не покоряем он для нас. Вот так. Пусть радость и здоровье сопутствуют тебе везде,
а неудачи даже беда стекает с тебя, как с гуся вода. Твои верные катамарянята. Молодец, вот. Вот же здорово. Днем рождения. Днем рождения. Вот он наступил. Когда еще так встретишь? В таком эксклюзиве. Это Влад. Ноу-хау. Это мы же на сладкое потянулись. На сладкое. Ну хватит, пьянствовать. Вот. Трофей, сгущенка. Не только трофеи рыбные есть, но и сгущенка тоже трофей. Трофейная. А нет, проймет. Это все предстоит пройти еще. Пересекаем озеро Ворчаты, 10 километров по глади, 11. Очень красиво. Время 21 по месту. Это Митя, который все время просит тухи. Всегда. Митя. Всегда просит тухи. Ну-ка. Уха есть, даже везем с собой. Ну кто ты, Влад? Он же Джек-потрошитель. Гроза уток, щук, окуней. Это шукарь, человек с веслом. Очень надежен, собран. Смотрите на это напряженное лицо. Профессионал по выпечке бумаг. Плавание по Ворчаты продолжается. Надеемся преодолеть это озеро часа за 3,5. Наверное, до 12 ночи будем плыть. Может быть, остановимся на острове. Все интенсивно гребут. Всем хочется скорее пойти до острова. Время без 20:11, мы проплыли 8 километров. Доплыли до острова, на котором решили начать отдохнуть, подкачать гондолу. Солнце село, озеро Ворчаты. Ночью в 12:30 вот такие вот щуки здесь водятся, огромные щучьи морды.
Вот такие вот морды. Такой вот дом, такое жилище Игоря Андрея, который здесь живет 9 лет, один. Очень гостеприимный. Много знает, интересный собеседник. Это уже пошла река Вальчитовис. Там Влад готовит катамаран к отплытию. Очередная рыба. Какая еще, не знаю. О, что-то тяжелое довольно. Так, стой. Смотри, как спит. Куда она? Опа! Нифига себе. Влад, стой. Значит, подожди, Влад. Не надо. Смотри, пока Багор. Ёкарный Вавай, что то ходит и не показывается. Что это? Слушай, что там за бармалит? Поверни, поверни. Ну так, ещё жарко. Байка нужно пройти где-то 70 километров до Байкальского сора, а там мог. Thank you.
сторону. Я залез в палатку за видеокамеры и не могу из нее выбраться. Стормит. Сейчас попробую выбраться наружу. Повинку надо, да, лупать?
не, ну все, не ушел.